Двери Рождества, к нам кто-то постучал в дверь. И кто же это? Ой, кто же это к нам заходит? Ой, Дедушка Мороза встретил, что ли? Вот это да! Что это, Кристина? А? Подарок к Рождеству. Это подарок в семью к Рождеству. Что ты открываешь? А куда нам его? Он большой, у нас нет столько места. А куда мы его? Куда он не помню, на стену вешает, что ли? Как у нас больных людей? Первое, что здесь нарисовано, это надо прочитать инструкцию. Ну так. Если ты знаешь, что это? А что у тебя с губой? А что это, Кристина? Это из-за ноты, наверное. Кристина только что занималась музыкой не очень удачно. Она не знает ноту и очень расстроилась. Я забыла, потому что редко играешь. Надо почаще. Так, Кристина, что принес нам Дедушка Мороз и Улювана к Рождеству? Что это? Теперь можно смотреть. Это что, получается, голубой огонек и Киркор будет теперь в 4К? А что это? Ой, я забыл там твои эти самые принести. Маркисники. Ой-ой-ой. Смотри, вот смотри. Видишь, стрелочки, значит, здесь экран, значит, вот здесь. Так и поставим, пока... Так и все? Пока так. Что это? Ты знаешь, Кристина, что это? Сейчас там надо. А как ты думаешь, что это? Как ты думаешь? Там нарисовано. А что это? Маркиз, ты, конечно, первый узнаешь, что это такое. А что это? Цветочки там? А, цветочки. А этот куда? А был у нас вот такой. Что-то мы как-то... Это раритет, ребята. И он еще работает. И он работает вроде. Мы его не включали давно. Нам не надо. Андроид давай. Так, маркиз открывает маркиз первый. Следующий. Так, правильно, все коты где сидят? Молодец! На елке и на телевизоре. Несмотря на то, что телевизоры современные очень тоненькие, они все равно умудряются там сидеть. Андре поручено распаковать. Ох, какой красавчик. Есть. Кто разбирает новый телевизор, а кто наряжается к Новому году? Торжественный момент. Ой. Наш старенький. Телевизор грустит. Ты можешь его на Фейсбуке подарить. Да, могу. Или отдать за 50 евро. Смотри, Кристина, что Сандра делает. Посмотрит. Ой. А вот и попса. Собственно говоря, вот родить. Процесс установки телевизора, крепежи. Вот здесь муж купил такой поворотный крепеж на стенку. Смотрите, тоже в центре Sony, где сам телевизор. Все здесь уже разложено. Болтики, винтики. Все по патечкам. И вот он такой сам. Кронштейн этот он поворотный. Потом покажу на стенке, как он себя ведет. Вот такая штуковина. Сейчас на стенку будем крепить ее. Сейчас принесли дрель, будем вешать телевизор. Жалко так котика будить, а надо, он испугается. Маркизуля, просыпайся, сейчас сверлить будут. Потягушечки, Маркизуля, просыпайся, сейчас сверлить будут. Сверлить будут, да. Телевизор тебе повесим, будешь рыбок смотреть на телевизоре? Да, согласен. Друзья мои, что-то мы, кажется, прикрутили. Смотрите, какая у нас раздвигаловка.
Кронштейн, это правильно, по-научному называется. Прикрепили к стене его. Во. Вот так вот он будет. И смотрите, лайфхак для тех, у кого дома есть инженер-конструктор. У кого нету уровня, а муж такой есть. Вот вместо уровня стеклянная баночка с водой. А может, там не вода? Полмиллиметра. А может, там не вода, ребята? Вот это я не знаю. Может быть, там чего покрепче, поэтому так хорошо держит. Лучше спирт. Лучше спирт, да. Лучше всего, говорят, спирт. Так, открываем, сейчас повесим. Большой какой. Да, Кристина, это телевизор. Смотри, какой он большой. Да, Кристина очень против того, чтобы здесь были телевизоры. Она вот у нас любит книги читать, а не телевизоры смотреть. Да, Кристин? Да, покажи, что ты там читаешь. Вот, у тебя книги, все, да, ясно. Ну, в общем, ребят, повесили. Счастливые мы, конечно. Смотрите, какой огромный. Это прям домашний кинотеатр. Рассядемся и будем глядеть. Вот, теперь надо решать вопрос, куда деть старенький наш телевизор. Обязательно. Он в рабочем состоянии, нормальный, абсолютно работает, но надо отдать, значит, людям. Может, кто захочет. Так что Новый год этот раз мы будем встречать вот с таким телевизором. Наконец-то Киркорова и Баскова увижу во всей красе. Ну, в общем, вот такой подарок у нас на Рождество. 49 дюймов у него диагонали, и стоит он 1300 евро. Соня, вот такой красавец. А он прям выдвигается. Реально непривычно. Да, непривычно. Теперь у нас за телеком. Это у нас опять за подарки. Здесь такие маркисты. Ты что нашел? Разбираешь? Что там, Сандра? Сандре подарок. Сандре подарок? Откуда? С работы. С работы? Я жаловалась, у меня тапочки порвались новые. Кто-то это услышал и подарил мне. Ой, какие тапочки. Хорошенькие! Ой, ой. Маркиз, тебе это ничего не напоминает? Потом вот такие конфеты. Это тайный Санта у вас на работе? Да. И я обожаю свечки с подсветкой, она еще пахнет. Свечка с подсветкой и пахнет. Обожаю свечки с подсветкой. Вот это подарки. Замечательные тапочки. Вот так вот. Торжественный момент включился. Ай, красота какая. Ребят, качество вообще, конечно, просто мы в восторге. Вот и Рождество. Подарочек нам на Рождество. Поскольку новый телевизор пришел в дом, старая тумба и старый телевизор не нужны. И вот у нас тут небольшая перестановочка. Тумба пойдет теперь к секции. И маркиз вовсе это не домик, в котором ты будешь жить. Ты отсюда прыгаешь на самый верх секции. Ты знаешь, мне не очень это нравится. Баловство твое, конечно. Помощник из тебя. Так-так. Ну и чем же ты мне поможешь? Так, прыгай давай вот сюда, будет твой домик все-таки, да? Угу. Домик для маркиза новый, глядите, со стеклянной дверью. Красота! Угу. Так я и думала, ну что ж, будет домик тебе, сиди там тогда. Ой, баловник, ой, баловник.
Да, у тебя там еще второй этаж, мансарда. Ага, вот туда давай еще. Все, готово, да, на втором этаже теперь. Ах, ты еще и на спину там, ну, шикарный вид. Смотри, что творит, а. Ай, половничок наш. Ай, баловник. Ай, баловник. Да, там занято. Цокольный этаж занят, к сожалению.